Так, это у нас Сатурн, 2 августа 2021 год, Харьков, 3:27 по Киеву в Харькове. Сегодня у нас противостояние Сатурна-Сатурн. На ближайшем расстояние от Земли по своей орбите. Один 1,336 миллиардов километров до него. И, к большому моему личному сожалению, дальше он будет только удаляться от Земли. Совсем низко над горизонтом уже Сатурн, ISO 800 настройки. Ну, с небом повезло в том смысле, что совсем недавно была вообще полная облачность сплошная. Так, пошли к Юпитеру, пошли к Луне, может быть, даже попробуем Плеяды еще снять в предыдущем дубле. На более высоких настройках светочувствительности снял Плеяды рядом с Луной, они оказываются сейчас. Да, сегодня противостояние Сатурна, вон, ближайшее расстояние к Земле, у Сатурна. Идите посмотрите. Это у нас Юпитер, Юпитер у нас 607 миллионов километров. От Земли. Но это еще не противостояние. О, смотри, как полосочки у нас хорошо видно. Ну, насколько это возможно. Слева от Юпитера спутник Ио, справа Европа и Ганимед рядышком. А Каллисто я опять при таких настройках светочувствительности не вижу. Хорошо. Заканчиваем на Луне традиционно.
Видим Аристарх. Платона не видно. Ну ладненько. Сильно подозреваю, что с такими настройками Плеяды мы не увидим. Да, не видно. Хорошо, на том и закончим. Это дубль третий. Второе. Августа 2021 год, Харьков. 3:33 по Киеву. Прекрасно. Поехали на работу.